На лекарства людям денег не хватает, хлеб дорожает. В связи с теми проектами, которые были приняты в парламенте, то они не дадут, потому что все, что только можно дорожать. И дальше перспектива будет такая же. Самый высокий процент инфляции не в странах, где идет война, а в республике Молдова. И равной Европе нет. Мы сегодня говорим, что Марина Таубер – это не просто заключенная в 13-й тюрьме, а это политический деятель. И заключенная она в статусе политическом. Поэтому сегодня мы пришли сюда для того, чтобы просить госпожу Драгалин, которая приехала к нам с большим опытом работы из Соединенных Штатов Америки, и которая убеждала нас, что в своей работе она будет нести справедливость массы, она будет свободным прокурором. Так вот, мы сегодня просим исполнить эти обещания. Сегодня мы просим госпожу Драгалин, чтобы она вмешалась в деятельность прокуратуры, в деятельность Министерства юстиции и рассмотрела все судебные заседания, связанные с Мариной Таубер, и выявила те недочеты, по какой причине она превратилась в политического заключенного. Вы знаете, мы очень благодарны нашим юристам, причем юристам, которые имеют европейские имена, юристы, которых знают в нашей стране, которые также говорят и высказывают свое мнение, что Марина Таубер действительно сегодня это депутат, это политический заключенный. И от того, что наша пресса сфотографировала камеру, в которой якобы находится Марина Таубер, и показывает хорошие условия, мне кажется, должно быть стыдно. Какой бы эта камера ни была, а, кстати, эта камера после ремонта когда-то была сделана, но не сегодня, но это все-таки тюрьма. И камер люкс в тюрьме нет. Марина Таубер не преступница. Марина Таубер не убийца и не человек, который не должен находиться среди общества. Марина – это человек, который своей правдой мешает нынешней власти. Поэтому мы сегодня говорим: свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Свободу Марине Таубер! Ай, хоцелор! Ай, клуптац! Ай! Ау! Пресса, где с вами бунь? Хоцелор! Да пе нож чине си или берез, видеть, у меня три птиц пенсионери, криминалисты, да пе нож три досары чине си или резольви. Ага, и рев лу Марина Таубер. А коло с шада Марина Таубер. Птет шайка и я. Дец вам мин бунь. Дец тот садушку к автокарли. Я каше, свободу Марине Таубер. Свободу ла бандит. Дец ла криминали. Рассмотрение. Дечи спуни апостолова. Рассмотрение. Да досарли ноастри кына си рассмотрение криминаля. Тец, тец мужни жертат. Тец, тот ю тариди пенсати криминали. Ю турнат ракивши жин, то су дилеем узнает. Шхай, Марина Тау, вам мартат вамиль буль, видец? Хоть в континуаре. Да досарли ноастри шинесли. Cine să le ducă la rejudicare, că nimeni nu pune nici de ești, nici au, și tăiați pentru Marina Taubert? Dați-vă jos cu cioarele pământ. Tăiați la dubă. Tăiați. Distribuiți oameni buni. V-am arătat criminali în continuare. Vreau să dea jos pasul. Vedeți cum s-au pregătit. O zi bună și distribuiți.